Еще одну фишку хочу вам показать и рассказать. Вот сейчас Еве полгодика будет, и у нее, ну вот, там зубы, да, страдает она тем, что лезут зубы, улыбнись. И всякие вот такие вот силикончики грызет, да, вот эти с водичкой охлаждающие. Но очень хорошо ей нравится вот зубную щетку брать в рот. И ей зубы десна массировать, да? Но учитывая, что вот все-таки микробы могут попасть и так далее, я щетку обязательно обеззараживаю вот этим вот зубным порошком Микробрайт. То есть я его сыплю на зубную, ну то есть мочу зубную щетку в водичке, сыплю сюда Микробрайта. Сейчас я это постараюсь сделать. Одной рукой снимаю. Другой рукой делаю. Вот. Старшим детям я убираю и стоматиты, если они есть, по детству были. Так, вот у меня немножко получилось. Вот, и она начинает ими массировать. То есть микробы никакие щеткой не попадают, потому что она же елозит туда-сюда. И этот порошок у него... Он ощелачивает. Сейчас, кстати, принесу лакмусовую бумагу, покажу. Ну, короче, мне тут самой тяжело. Я сейчас как-то попробую, наверное, слюной намочить. А, ты смеешься, да? Вот. И, видите, я слюну намочила, у меня порошок уже во рту. И как бы вам так... Что она, короче, вот я уже слюну взяла. Ева, ну-ка давай тебе. Покажи, какая у тебя слюна. Покажи. Видите, синяя, потому что она щелочной порошок у меня. Видите, фиолетовая, то есть она слюна у нее. Поэтому никакие вирусы, паразиты не попадут вместе с этой зубной щеткой. Используйте. Вот этим зубным порошком мы чистим зубы всей семьей. Муж, дети, я. Вот. И очень хорошо он ощелачивает и сохраняет в течение дня такую свежесть. У него ментоловый, мятный такой аромат. Если с вечера почистили зубы, с утра можно целоваться. Да, Ева? Да, кукла? Скажи. Скажи. Ну, улыбнись, и я выключу. Пока!